всем привет! Прочитал я большую кучу комментариев о том, что вы хотите посмотреть продолжение истории о том, как я на маршрутке поехал в Германию. Кстати, если кто не видел начало, вот здесь вот я оставлю ссылочку в описании. Посмотрите, хотя бы для того, чтобы было понимание вообще, о чем идет речь, и чтобы вы понимали полную сущность истории. Спасибо вам большое за уделенное внимание, спасибо за те комментарии, которые вы оставляете. По комментариям я понимаю, что многие досматривают видео до конца. Раз досматривают, значит, это интересно. Вчера вечером заехали на родную землю, остановились в гостинице. И вот в такие моменты я действительно, можно сказать, отдыхаю. Да, этот отдых небольшой, но тем не менее все равно отдыхаю. Тот М5, который мы вчера смотрели здесь, его уже купили. И, к сожалению, его уже нет. Но зато осталась вот такая машина, которая семерка BMW. 3-литровый бензин. Интересна эта машина тем, что она гибрид. Отделка этого автомобиля, конечно, ну, я не обзорщик автомобилей, но сидеть в такой машине прикольно. Машина эта новая. У этого автомобиля 300 километров пробег. Потолок. Потолок, конечно, божественно прикольный. В формате того, что он сделан с очень мягкой алькантары, и он темный, то есть он не светлый, он черный. Обычно черные потолки давят на голову, хотя далеко не у всех, но здесь этого ощущения совершенно нет. Очень интересный момент, которого я не видел ранее. Вот если обратить внимание, то как открываются, сейчас я ближе подтянусь, открываются двери, и сразу можно увидеть, зацепит во время парковки дверь или же не зацепит. Фича интересная, фича прикольная. Я на таком BMW не ездил, не буду скрывать. Многие говорят, я там ездил, я валил, я нет. Я впервые сижу в таком BMW. Интересно, классно, приятно. Новая машина, но, к сожалению, это не сейчас. Окей, поехали мы дальше. Франкфурта долетели до города Кёнигсбрук, по-моему, так он называется, если не ошибаюсь. Зачем, сейчас покажу. Будет М5 Competition, вот такой вот автомобиль. Если, конечно, сейчас успеем оформить, то мы его сейчас заберем. А вообще он уже оплачен, но сама процедура оформления до закрытия салона осталась 12 минут. Выдадут нам сегодня его или завтра в 10 утра. Сейчас будем воевать для того, чтобы эту машину забрать сегодня. А вот такой вот конь будет у нас в коллекции. Ну, конечно, не у нас в коллекции, но можно сказать, что мы принимаем в этом какое-то участие. В общем, пошел бодаться, пошли забирать. Не знаю, чем закончится, либо сегодня, либо завтра. Скажу еще. Счастливы, все успели, в общем, вошли в положение и все-таки отдали автомобиль сегодня. Ну что, давай первый запуск. Подойди выхлопной трубе. Да, звук не передаст, но... Вот оно, сердце офигительного нового автомобиля. Значит, хочу сделать легкое отступление от М5 в пользу Q7. Значит, скидка, которую выбили, это за то, что они указали, что здесь есть доводчик дверей, а когда мы их проверяли, я допускаю, что был слабый аккумулятор,
и они не работали. Вот сейчас мы проехали, сколько мы проехали? Проехали мы 600 километров, и аккумулятор подзарядился, так как хопа, и сработало. Окей, вернемся к М5. А что к нему вернуться? Надо ехать, пока светло. Все смотреть будем завтра. А сейчас пока будет дорога. Сейчас нам надо максимум пройти, пока светло. Потом станем в гостинице. Наконец-то отдохнем, поедим. И, в общем-то, будем уже передвигаться дальше в сторону государственной границы. Теперь едем на заправку, заправляться, и потихонечку едем в сторону родной земли. По BMW M5 Competition он не будет подробно рассмотрен, потому как я не получил разрешение на то, чтобы осветить эту историю. А мнение людей я уважаю, поэтому он будет засвечен лишь эпизодически. Я сейчас заехал на родную землю, и как раз вышла серия, где мы ездили на маршрутке в Германию. И очень много посыпалось комментариев того, что мы не занимаемся бюджетными машинами. Ребят, мы занимаемся бюджетными машинами. У нас в команде достаточно экспертов, которые это делают. Просто люди почему-то хотят, чтобы именно всеми машинами занимался я. А физически меня на всех не хватит. Поэтому под каждым видео есть контакты. По всем интересующим вам вопросам звоните. И наш отдел продаж вам запросто все расскажет. Всю необходимую информацию. Единственное, чего я категорически запрещаю им делать и вам не рекомендую, это выбирать автомобиль самого нижнего ценового сегмента, потому что ни к чему хорошему, как правило, это не приводит. Очень редко бывает такое, что по низу рынка можно что-то купить. У меня там на памяти было, ну, на пальцах одной руки можно посчитать. А так, в общем-то, кроме геморроя, говна, поломанных машин, скрученных пробегов, каких-то тоталов, ничего хорошего в этом нет. Очень важная тема — не прощелкать, залить мочевину. Мочевина — это AdBlue, это херня стандарта Евро 6, именно здесь оно применяется. И вот тут вот выпало уже сообщение о том, что осталось ее там на 1000 километров, поэтому сейчас мы лупанем. Мочевина нужна для того, чтобы экологичность стандарта Евро 6 работала правильно, нормально. Когда вот эта штука закончится, машина просто перестанет ехать. Ну а вторая пойдет в подарок, в нагрузку к автомобилю, мой личный презент для парня-заказчика. Потому как у нас, ну, оно дороже не стоит, но вот это качество, оно реально прикольное. Относительно экономии. Заправлялись мы одинаково. У меня еще полбака топлива, а у М5 сейчас узнаем. А что на заправку? У нас что, палево скончилось? Да, ну как скончилось? Ну да, не знаю. А у меня еще полбака. В общем, друзья, М5 быстрый, классный, но, сука, прожорливый. Бак у него 80 литров, и сгорел этот бак. Я не смотрел, за сколько километров, но у меня еще полбака топлива, а у него уже нет. И это с учетом того, что мы не валим, мы едем 100-110 километров в час, потому как тут идет, ну, пипец какой, местами сильный дождь, и быстро особо не поедешь. Проехал я на этом автомобиле уже 1250 километров. И хоть не так, надо начать с другого. Я с момента посадки до украинской границы решил принципиально ехать со всеми включенными ассистентами.
Ну, вот, допустим, сейчас. Мы сейчас на повороте находимся, и машина, она сама подруливает, сама запускается в поворот. Я уже, кстати, научился доверять ей поворот вправо, но на невысоких скоростях, потому что на высоких она очень близко пристраивается к полосе движения. Вот сейчас она пропиликала то, что нужно взять руль, иначе она снимает с себя ответственность. То есть этот автомобиль, он подруливает, он не берет на себя полноценное управление. То есть вот как говорят, автопилот на Audi Q7, бомбовая штука, но она иногда может и слегка нахлобучить, дать маху, потому что полосы оно держит, но не всегда. Поэтому слепо доверять вот этой вот штуке еще слишком рано. Еще очень дивное ощущение в тот момент, когда ты пытаешься где-то подзарулить в момент включения поворота. Здесь смысл какой? Включаешь поворот, все, можно поворачивать. Вправо или влево уже руль тебя отпускает. Но если в момент включаешь поворот и сразу же перестраиваешься, то машина у тебя выхватывает руль, типа, ты же не в той полосе, что ты делаешь? И ощущение так себе, то есть как бы она чуть-чуть подвырывает руль. Нет, там нету такого, что вот полностью она забирает на себя управление. Нет, такого нету. Теперь дальше. Что касается системы активного круиз-контроля. Фича очень прикольная, классная, отрабатывает замечательно. Но есть один момент. Эта штука интересная тогда, когда полупустая дорога. Сейчас объясню почему. Выставляешь расстояние до впереди идущего автомобиля. Тут есть три варианта. Длинные, средние и короткое расстояние. Короткое это, как правило, для города. Среднее это для средних скоростей. Назовем это так, не то что для города. А дальняя дистанция это вот именно для скоростных автомагистралей. Так вот, что получается? Выставляешь дальнюю дистанцию, свободно себе выставляешь круиз 180 км в час и едешь. С учетом того, что автомобиль держит дистанцию метров, наверное, 70 за впереди идущим автомобилем, каждый в потоке норовит встроиться. И вот как только кто-то встраивается, получается, он встраивается и начинает отбивать дистанцию. Я отстаю от первой машины. И был такой момент, что у меня вот эта вот отсталость растянулась на километра на два. Потому что один зашел, потом пошли... Один зашел, потом пошли грузовики. И вот так вот каждый тискается. А я же упертый, я же до границы еду на всех ассистентах. Иногда меня не хватало, я все-таки делал сближение ближе. Но тут получается другая фигня. Когда едешь в районе, там, ну, грубо говоря, 130 км в час... Нормально по полосе движешься, и какая-то фура начинает обгонять, получается, она становится в ряд, и весь поток начинает останавливаться. Останавливается весь поток, а эта машина, она начинает оттормаживаться, и иногда у нее есть моменты, что она начинает моргать красным цветом на проекционном окошке, что я не справляюсь, возьми управление в свои руки. Поэтому система такая себе, не очень. Может, в Польшу я первым заеду? Это называется фильтр, когда нас загоняют в эту ситуацию. Сейчас начнется. Покажи паспорт, покажи документы. Hello. English. Do not drive into the control. Drive around. Это ситуация с красными и желтыми номерами. Вот на М5 номера стоят желтые, и его остановили. Ну, меня как бы тоже остановили для проверки документов, но парень на въезде сказал сначала, что нет, у тебя нет контроля, проезжай просто мимо, езжай себе дальше. А вот М5 у нас на желтых номерах, и его... Иди сюда. Это вот еще один плюсик, почему красные номера лучше, чем желтые. Да, они стоят там на 100 евро дороже, но то, что рассказывают, что эти номера абсолютно безобидные, нифига. Ну да, вон там начинается, я думаю, что будет видно под таким углом. Сейчас будет полная проверка документа. В этом нет ничего страшного. Машина с техосмотром. Мы еще на немецкой земле, мы запросто можем ехать. У нас полный пакет документов. Гораздо хуже, если нам начнут задавать вопросы поляки. Хотя и для поляков прецедента тоже не должно быть. С учетом того, что у нас есть и страховка, у нас есть и техосмотр.
минус желтых номеров – это упаси господи ехать на желтых номерах, если их выдали для техосмотра. А, кстати, там еще потрошат, вот только что блымнула мне вспышка в лицо, потрошат каких-то поляков, вытащили у них все. Я, к сожалению, не могу сейчас выйти с камерой и начать там все снимать, потому что я лично уже отхвачивал 2 штрафа за то, что я занимаюсь журналистской деятельностью, ну, вот так вот на дороге. Вот это полицейский рассадник. Я здесь вижу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 полицейских. Это те, которые вышли с автомобилей. И дальше я еще не вижу того, что творится на конце парковки. Я вижу, там еще стоит несколько автомобилей, за грузовика мне их не видно. Вот это то, что называется фильтр. Фильтр на автобане. Такое бывает нечасто, но я периодически на такое попадаю. Едешь по этому автобану, спокойно передвигаешься. Сужение дороги, одна узкая полоса. И полицейский на выбор определяет, кого на фильтр, кому прямо. То есть, если он видит хотя бы малейшее подозрение на какие-то несоответствие, он просто приглашает уйти вправо. Дальше фильтруют грузовики, еще дальше легковые влево. Я же заезжал, парень полицейский мне сказал, окей, у вас все хорошо, проезжайте по правому ряду и выезжайте без контроля. Хотя М5 сейчас полностью перепроверяют легитимность документов и всего остального. А вон, кстати, машина и Цоля стоит. То есть тут же и таможня сразу есть. Вон стоит и скорая помощь. Для чего, не знаю. Может, кому-то плохо станет. Поляков, конечно, трусят хорошо. Возвращаясь к полякам, вытащили все вещи. Вещей достаточно много. Сейчас сниму чуть-чуть по-другому. Вон стоят поляки. И у поляков много вещей достали. Вот сейчас станет грузовик. И уже станет снимать нельзя. Так вот. За что их щемят? Их только что фотографировали, все, что у них есть, все подоставали, все вещи. Стоит один несчастный поляк и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 полицейских вокруг этой машины. Вот, 7 это то, что я вижу до грузовика, а с той стороны может еще кто-то есть. Плюс есть черные парни с фотоаппаратами, которые ходят, фотографируют то, что у них есть. Наверняка у них что-то есть запрещенное. Просто так народ не потрошат. Хотя иногда было такое, что меня один раз тоже просили достать вещи, но вот такого у меня не было, чтобы полностью доставали и потрошили, нет, такого нет. Ищут всякое запрещенное. Это хочу сказать, что за 1,5 км до польской границы. Вон, кстати, еще один украинский бус тормозят, а вон еще один украинский лафет. Так, в общем, вижу, что Володю уже отпускают, и сейчас мы уже продолжим свое шествие. Я ж продолжаю шествие первым. Остановили, потому что у нее желтые номера. Там весь коллектив в восторге был, они охуевшие с этой машины. Мы тоже в восторге от этого автомобиля, но я тебе уверяю, что остановили тебя за желтые номера. Да и нет, у меня все по-честному, поэтому здесь. Не, я это знаю, что это всего лишь привлечение внимания, а в нашем случае каждый раз... Да ну подожди, давай же я первым пойду, что ж ты так обгоняешь? Позолоти ручку за то, что ты проедешь по участку дороги. Но, в принципе, никому не нужно рассказывать, что такое платная дорога, как реагирует прибор ночного видения именно на тепло, излучение. Колеса разогрелись, глушители разогрелись, и даже горячий выхлоп, который идет, он... Он идет, так. Здесь еще платить не надо. Здесь мы просто берем талончик. Пробка на автобане. Стоим вообще без движения уже, наверное, минут 40. Глушман что в одну, что в другую сторону. Вот. И, в принципе, оставили только проезд для полиции, для скорой помощи, для пожарных. Часть и сюда уже ехали полицейские, но пока только полиция. Что там впереди, не знаю. Но, судя по всему, что-то очень серьезное. Потому что стоим очень долго. Я уже давно так не стоял.
салют в стороне Украины. Нас встречают, ждут с распростертыми объятиями. А мы еще у поляков торчим, просто жопа какая-то. Выезжаем с таможни. Дубна, окраина города. Именно здесь сейчас я нахожусь, потому что тут находится таможня. И сейчас переверну камеру. Вот эта вот вся очередь из фур становится туда. Но я уже заехал в... И моя машина уже там. Но суть не в том. Значит, за моей спиной находится продуктовый магазин. Из еды в этом продуктовом магазине сейчас покажу. Это мивина, это чай и печенье. Больше там ничего нету. Я взял все, и чай, и мивину, и печенье. Там еще есть вода, я ее тоже взял. Практически как в Европе, но это Украина, это город Дубна. Я уже, честно говоря, такой уставший. Должен был сегодня ехать домой, машина осталась на таможне. Сейчас в ресторанчике ужин и спадки. А машину забираем через пару дней, потому что не растаможили ее еще. В этот раз был эксперимент, растамаживали в Дубну, но, как говорится, первый блин всегда комом, поэтому пошло все не так, и машина не растаможена. Для того, чтобы тут не висеть два дня, я домой, а потом обратно. Номера только что подвезли, договор купли-продажи на автомобиль есть, сервисный центр впереди. Сейчас будем регистрировать все, как обычно, в режиме такого бешеного ритма. Кстати, сертификат тоже забрал минут 15 назад. Замечательная штука. Я общался с дилером в Германии, так вот, Audi делается для немецкого рынка, делается немцами и еще для 5 стран, вернее всего для 5. Это Германия, Бельгия, Швейцария, часть Франции и кто-то там еще. Автомобили для Америки делаются даже не в Германии, хотя часть автомобилей собирается в Германии, но крупноузловая сборка, она проходит в другой стране. Это Венгрия, это Словакия, в зависимости от того, где куда. А машины для стран третьего мира, то есть для Украины, это вообще отдельная тема. По допускам, по всему, по запчастям, оно не такое, как в Германии. Немец сказал, что собранный автомобиль в Германии, собранный автомобиль в другой стране и для страны третьего мира, это три абсолютно разные машины с разными допусками. И ехать на немецкой машине он может спокойно по автобану 200 км в час. Ехать на той же Audi, собранной для Украины, он боится ехать, потому что он знает, из чего она собрана. И извечный вопрос, есть ли смысл искать автомобиль в Европе? Ну, если рассматривать под таким ракурсом, то, наверное, есть смысл искать автомобиль в Европе. Хотя каждый для себя делает сам вывод. Ребят, а подскажите в комментариях, пожалуйста, действительно ли это так? Потому что среди зрителей наверняка найдется тот, кто владеет действительно достоверной информацией. Потому что для меня, я знаю, что машины собираются в разных странах, но действительно ли они собираются отдельно для Украины, как для страны третьего мира, у меня есть еще некоторые сомнения. Так ли это? Пожалуйста, расскажите в комментариях. Наверняка кто-то найдется, тот, кто знает, видит, занимался, работал, сталкивался. Сейчас мы встретились с парнем для того, чтобы все-таки отснять качественное фото-видео, потому как кроме экшн-камеры в дороге у меня с собой ничего не было. С момента, когда я передал этот автомобиль, машина уже прошла практически 400 километров. Здесь поменены уже масла, здесь поменены фильтра, машина уже дополнительно заклеена пленкой, есть еще другие улучшайзинги. Ну, а у меня уже через буквально 4 часа снова автобус и снова Германия, но это будет другая история.
Ребят, спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами был Николай Тарануха, Киев, компания 1авто. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока.